Стрейкбольная винтовка SPR Mod 0 от компании AMK укороченная. Поставляется в картонной коробке. Комплект поставки включает в себя саму стрейкбольную винтовку, аккумулятор, мушковерт, бункерный магазин, пакет безымянных шаров, тактическую рукоять, зарядное устройство и пластиковый шомпол. Данная винтовка является специальной стрейкбольной укороченной версией марксманской винтовки SPR MK12 Mod 0, которая была разработана на базе штурмового карабина М16. Внутри у данной стрейкбольной винтовки гирбокс второй версии. Аккумуляторный отсек располагается в прикладе. Чтобы получить к нему доступ, надо потянуть рычаг вниз и снять сам приклад. В трубке мы видим разъем мини-томия. Чтобы проконтролировать положение аккумулятора внутри приклада, можно снять две пластиковые заглушки. Винтовка выполнена преимущественно из легкого сплава. Из пластика здесь сделаны только телескопический приклад и пистолетная рукоять. Приклад телескопический типа Крейнсток имеет 5 регулируемых позиций. Чтобы его разложить, необходимо нажать на рычаг и сдвинуть его на нужную длину до щелчка. На цевье располагаются съемные рис-планки, две по бокам и одна снизу для установки тактических рукоятей, лазерных целеуказателей и фонарей. Верхняя рис-планка по всей длине цевья и верхнего ресивера предназначена для установки оптических либо коллиматорных прицелов. Тактическая рукоять идет в комплекте. Чтобы ее установить, откручиваем основание рукояти, цепляем рукоять на рис-планку и закручиваем основание рукояти до упора. Тактическая рукоять делает хват оружия более удобным. Переводчик режимов огня вращательного типа, положение предохранителя, положение одиночного огня, положение автоматического огня. В настройках ОПАП проводится стандартно для М-серии через окошко выброса гильз. Оттягиваем рычаг взведения, открывается окошко выброса, где вращает колесико по часовой стрелке, вы увеличиваете степень подкрутки шара. Прицельные приспособления раскладные, диоптрического типа, целик перекидной с регулировкой по горизонтали, мушка с регулировкой по вертикали при помощи мушковерта. Чтобы разложить целик, достаточно просто оттянуть зажим. Чтобы сложить целик, оттяните зажим, зафиксируйте целик и зафиксируйте его зажимом. Мушка раскладывается вручную, чтобы сложить ее, необходимо нажать на кнопку и придать мушке горизонтальное положение. Установка магазина стандартная для М-серии. Просто втыкаете магазин вертикально вверх в шахту магазиноприемника до щелчка. Чтобы извлечь магазин, просто нажимаете на кнопку отмыкания магазина и магазин выпадает сам. В комплекте поставляется стальной бункерный магазин. Чтобы засыпать в него шары, необходимо открыть крышечку в верхней части магазина. Чтобы шары попадали в привод, необходимо подкручивать подаватель.